Рабочая неделя во Владивостоке началась с дождя. Неустойчивая погода в крае на этой неделе сохранится, сообщают в Примгидромете. Кратковременные осадки пройдут на юго и юго-западе Приморья. К среде ситуация улучшится. Местами температура повысится до 34 градусов, но ненадолго. В пятницу дожди снова вернутся. В целом же можно говорить о том, что в Приморье приходит долгожданное лето. Средняя дневная температура воздуха в первую неделю июля достигнет 21 градуса днем и 16 ночью.